Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала попробуем немножко успокоиться и чуть-чуть более подробно рассмотрим вот то, что вы написали. Не могу познакомиться с девушкой. Вы не пишете, что не можете познакомиться с девушками. Вы пишете, что не можете познакомиться с девушкой. И отсюда у меня к вам вопрос. Вас интересует какая-то одна определенная девушка? Или вас интересуют любые девушки, правда, вы так использовали это слово. Потому что обычно, когда говорят, что не могу познакомиться с девушками, так и говорят, не могу познакомиться с девушками. А вы же пишете так, как будто вы не можете познакомиться с кем-то конкретно. И поэтому, соответственно, такой вопрос. Хорошо. Вы не можете познакомиться с девушкой. Давайте мы предположим, что вы все-таки не можете познакомиться не с какой-то конкретной девушкой, а с девушками вообще. Почему? Вот вы говорите, я не могу. Почему? Ну, скорее всего, потому что стесняетесь, да? Скорее всего, потому что вы смущаетесь. И из-за своего смущения вы не можете этого сделать. То есть из-за своего смущения вы не способны почувствовать себя свободно с девушкой. Вот, пожалуй, с этого и нужно начинать. То есть, если вы чувствуете смущение, как вот вы, ну, как мы с вами его определили, да? Смущение. Если вы чувствуете смущение, то с чем это смущение связано? Давайте попробуем так подумать. Почему у людей вообще появляется смущение, чувство смущения? Потому что человек не позволяет себе кем-то быть. Человек не позволяет себе быть кем-то. Он не принимает себя таким, какой он есть. Что заставило его не принимать себя? Это вопрос отдельного плана, и его надо бы разбирать, ну, также отдельно. То есть, если вы действительно себя не принимаете в чем-то, то, соответственно, нужно постараться разобрать, в чем именно и почему вы себя не принимаете. Это происходит, скорее всего, не первый день. Не первый день вы себя не принимаете, и, скорее всего, не первую неделю, даже не год. Просто вот эта проблема принятия себя и, возможно, обесценивания себя. Да, то есть вы, не принимая себя, идете по пути обесценивания.
Это вот, на мой взгляд, то, чего делать категорически нельзя. Потому что если вы себя обесцениваете, то, соответственно, вам, ну, другой человек, то в данном случае девушка, нужны, вам нужна девушка, именно для того, чтобы компенсировать факт своего обесценивания. То есть получается в некоторой степени, в некотором роде получается так, что девушка используется вами, пусть и может быть неосознанно, но она используется вами для того, чтобы за счет нее компенсировать вот как раз свое обесценивание. И если вы обесцениваете себя, грубо говоря, перестанете в результате, там, например, работы совместной с психологом и так далее, то я полагаю, что вам уже не так сильно будет нужна женщина, и вы не так сильно будете на ней концентрировать свое внимание, как вы это делаете сейчас, потому что, ну, естественно, если вам женщина для чего-то нужна, то, естественно, вы будете в ней нуждаться, и, нуждаясь в ней, вы, конечно же, будете испытывать сверхмотивацию для того, чтобы быть с ней. Это не есть хорошо, это не есть правильно. Далее. Вы говорите, я не знаю, что делать. Тоже, на мой взгляд, ну, такой достаточно важный вопрос. Не знаю делать, чтобы что. Не знаю делать, чтобы что. Чтобы познакомиться с девочкой, наверное. Но если вы не знаете, что вам делать, чтобы познакомиться с девочкой, то возникает вопрос, а зачем? Зачем вам знакомиться с девочкой? Знакомиться с девочкой ради чего? Для чего? С какой целью? Как вы воспринимаете девушек вообще? Как вы их воспринимаете? Да, вот что они для вас значат, девочки? Какое вы им придаете значение, да? Это вот тоже такой, ну, очень, очень важный момент, потому что если вы будете хорошо понимать, зачем вам девочки, если вы будете хорошо понимать, для чего вам они, какую роль, какую цель вы преследуете, пытаясь с ними познакомиться, да, вам будет, конечно, проще, это безусловно. А здесь нужно, пожалуй, сказать еще и другую важную вещь, которая тоже очень важна, что девушек нельзя воспринимать именно как ваших будущих партнеров. То есть, это люди. Изначально это просто друзья, изначально это просто те, с кем может быть сложатся ваши отношения, а может быть и нет, вы этого не знаете, и знать не можете никак. И к ним нужно относиться именно так. То есть вот именно таким образом нужно относиться к девочкам. Выйдет, скорее всего, каждую из них воспринимаете уже как своего будущего партнера, и из-за этого тоже возникают, естественно, проблемы, ненужные проблемы, ну, например, ненужные проблемы с мотивацией, с вашей мотивацией. И помимо цели, помимо вот мотива, нужно еще и скорректировать свою деятельность, то есть, чтобы девушки обратили на вас внимание, у вас должна быть цель. И цель эта никак не связана с девушкой. Цель эта
связана, ну, должна быть именно с вами. То есть вот то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, то, как бы во что вы вкладываете свою энергию, силы и так далее, и так далее, и так далее, вне зависимости от того, с девочкой вы или нет, вот это является приоритетом. А девочки уже увидят то, что вы делаете, девочки уже увидят, как вы позиционируете себя в том или ином виде деятельности, и увидев это, они будут с вами, будут проявлять к вам больший интерес, будут проявлять к вам существенный интерес. Вот. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.